Партнер проекта – группа компаний «Юрпроф». Весь спектр юридических услуг. Телефон 75 13 63. Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». «Ломбард Титан». Продажа качественной БУ техники. Огромный ассортимент. Прием бытовой техники на комиссию. Индивидуальный подход. Воровского, 133. Телефон 78 15 26. Неподходящее место для ночлега выбрал себе бродяга на Октябрьском проспекте. Рядом с домом 157 он хотел поспать, но во время поиска подходящего места на него напали подростки. Сначала они ударили мужчину, затем столкнули его в заброшенный колодец. На место ЧП очевидцам пришлось вызвать спасателей, ведь выбраться из западни самостоятельно бедолага не смог. Ой. Сам ты не пострадал? А? Не ударился, ничего? Да. Мордой ты пробороздил. Как ни странно, бродяге Володе весьма повезло. Пролетев вниз около 8 метров, он остался жив и, кажется, не сломал себе ноги. Ты как там оказался? Да помогли, помогли, пи***дали, да, столкнули сюда. Кто? А? Кто? Да хуй, малолетки какие-то. По словам пострадавшего, это глухой колодец. Внутри лишь холодная вода, которая ему давно уже застудила ноги. Однако первое, что попросил мужчина, это покурить. Ну а что, прикури только и кинь, да и все. Вон. И тряпка. Ходов-то там нету никаких? Не-не-не, вообще вот только эти колодец и вода. Давно там сидишь-то? Ой, часов, часа 4-3, наверное, где-то так. Тем временем на место ЧП приехали экстренные службы, полицейские, медики и спасатели. Спустя 2 часа после прыжка в бездну Володе спустили сначала лестницу. Ну, держи. Затем спасатели для страховки предложили бродяге обмотаться веревкой. Так, застраховать немножко, чтобы не упал. Да я что, так и вылезу? Конечно, вылезу. Еще пара минут, и замерзшего Володю вытащили из колодца. Ой, спасибо, мужики. Слова благодарности позднее услышали и медики, которые оказали ему первую помощь, а также согрели в машине скорой помощи. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.